Супруга мобилизованного Дениса Беляева пришла на спектакль «Маугли» с тремя детьми. Приглашение ребята получили из садика и школы. Все дети ждут, плачут каждый день. Особенно маленькая вот Зарина, она ждет папу, вот, спрашивает постоянно. Надеюсь, отвлекется хоть чуть-чуть. Подобные мероприятия помогут отвлечься не только детям, но и мамам и бабушкам, считают челнинцы. Мы вот очень рады. Мы уже здесь были, очень понравилось, с удовольствием сегодня сюда пришли. Но закон джунглей говорит, если начинается спор из-за нового детеныша, жизнь этого детеныша можно выкупить. Театр кукол «Экиет» музыкально-пластический спектакль «Маугли» выбрал не случайно. Произведение несет в себе вечную идею борьбы добра против зла и коварства. В спектакле есть очень такие глубокие мысли о том, что надо быть честным, справедливым, нести свой долг. И если ты идешь своей дорогой, то ты обязательно станешь человеком настоящим, и у тебя в жизни все сложится. Вместе мы сила, и это очень так громко, звонко доносится в нашем спектакле, что если ты не один, ты вместе с друзьями, со своей стаей, ты обязательно добьешься своей цели. Показ прошел по поручению мэра города. Также Наиль Магдеев принял решение поддержать семьи мобилизованных солдат. В городе отменены оплата за детский сад, кружки и секции. Питание в школах бесплатно. Скоро осенние каникулы, где детям будут предложены посещение мероприятий, которые будут проходить в городе. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.